Привет! Сегодня у меня сочная грудка с гарниром. Грудку разделим пополам и нужно ее замариновать. Такие специи, как паприка, куркума, итальянские травы, кориандр, перец молотый и душистый, немножко ароматизированного растительного масла, солим. Распределим руками всю смесь. Оставим мясо мариноваться в разогретую сковородочку. Мы добавляем масло ароматизированное, чесночок. Все это мы обжариваем. Далее у нас пойдут грибы целиком. Так как я мясо замариновала, грибы я оставляю в таком свежем виде. Если вы готовите грибы отдельно, вам на заметочку. Маринуем грибы орегано, тимьян, базилик, розмарин, мускатный орех очень хорошо для этого подойдут. Добавляем лучок. И наше замаринованное мясо. Обжариваем с двух сторон и подготовим гарнир. У меня сегодня макароны. Вот и готова наша сочная грудка. Специи сделали свое дело, мясо излучает аппетитный аромат. Друзья, пишите свои рецепты, я обязательно их приготовлю. Выкладываем на тарелочку к гарниру. Какая сочная, а грибы какие получились ароматные, друзья. Вы должны попробовать этот рецепт. Просто изумительно. Овощи идеально подходят к мясу. Даже в разрезе видно, как грудка пропеклась и пропиталась. Очень ароматная получилась грудка. Всем пока, до новой встречи!